Так, добрый день. Зимуем. Сегодня, наверное, на 7 уже декабря. Будем проливать пчел щавелевой кислотой. Сейчас я вам покажу. Неудобно снимать одной рукой, но я вам покажу, как это делается. Это посмотрим на примере одного поддона. Да? Вот так решеточки от мышек сделаны. Вот так наши пчелки уселись в клубе. Вот такая бутылочка, да, вот такая бутылочка, и вот прямо на них. Туда-обратно. 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 Туда и обратно. Все, вся процедура. Вот они. Раз, два, три, четыре, пять. Пять. Немножко зацепили шестую улочку. Вот так эти девочки зимуют. Кормов очень много. Так что все хорошо. Давайте еще на примере одного только посмотрим. Опа. Вот эти ребятки сидят. Вот проливаем туда, обратно, туда, обратно, туда, обратно. Никакими мы не меряем микролитрами, 5 микролитров. Вот, все. Вот корма, 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 кормов достаточно. Пленка. Крыша. Пеноплекс. Все. Все готово. Все. И так далее. Обработаем все остальные поддончики. И до весны забудем. Все, спасибо за просмотр.